Накануне своего предполагаемого отъезда в Испанию Ксения Собчак сказала подписчикам, что на неделю уходит в отпуск. После стало известно, что якобы она в компании своего бывшего мужа отдыхает на одном из самых модных курортов в Европе – Марбелья. Здесь они поселились в пятизвездочном отеле, где самый дешевый номер стоит 32 тысячи рублей за сутки. В компании других звездных друзей в лице Александра Чистякова, Глюкозы и Ростислава Хаита Максим весело отдыхает, о чем информирует своих подписчиков в микроблоге. Однако Собчак не видно и не слышно ни на одной публикации как бывшего мужа. Фотографии сына, благодаря которому пара, по слухам, воссоединилась, тоже появляются в ленте Виторгана. Собчак всего один раз поделилась кадром ребенка, а сегодня опубликовала уже другой снимок в одиночестве. Геопозицию светская львица предпочла скрыть от любопытных глаз подписчиков счастья, гласит комментарий Константина Богомолова под фотографией Ксения Собчак. Фото Инстаграм. В микроблоге театрального режиссера тоже появились фотографии с отдыха, только уже в Италии. По некоторым источникам Константин даже публиковал видео, на котором слышен голос Собчак. Также в социальной сети появилась фотография, на которой Богомолов сидит в рыбном ресторане на ужине. По публикации ясно, что он находится в компании дамы, так как на заднем плане виднеются милые и аккуратные пальчики, по которым легко можно узнать руки Собчак. Видимо, звездная пара все-таки проводит выходные в компании друг друга. Хоть они тщательно скрывают детали, но не стесняются подавать небольшие намеки своим подписчикам, показывая снимки из одних и тех же мест. Романтический ужин Собчак и Богомолова. Фото Инстаграм. Ранее, зимой, светская львица и театральный режиссер уже проводили отпуск в компании друг друга. Только в прошлый раз тайным местом влюбленных стал Париж. Пара была замечена во время перформанса «Дау», который проходил в столице Франции. Кстати, до этого путешествия также ходили слухи о воссоединении Ксении и Максима. Напомним, что недавно звездная пара объявила о разводе. По словам телеведущей, причиной стали накопленные обиды и невнимание друг к другу, однако в сети бытует мнение, что истинной причиной является измена супруги с театральным режиссером Константином Богомоловым. У пары Виторган Собчак растет сын Платон. Класс пост 624 433 подписчика.